Мышуля. Ребята, по дороге едет синий легковой автомобильчик. Какой же он красивый и быстрый. А кто за рулем? Это Стив. Катается по окрестностям города. Ой, что же случилось? Автомобильчик остановился, и у него села батарея. Как же повезло! Мимо проезжал красный трактор. Вот он и поможет Стиву добраться до автомастерской доктор-механики. Точно, точно! Сейчас трактор поможет Стиву. Цепляй автомобильчик! Поехали! А вот и автомастерская. Доктор-механика всем рада помочь. Заезжай, машинка, на платформу. Итак, доктор-механика приступила к осмотру машинки. Поднимаем капот. А что же это такое? А где же двигатель? Давай откроем багажник. Может, он там? И здесь его нету. Куда же он подевался? Как же эта машинка ездит? Доктор-механика была тоже удивлена и продолжила осмотр, чтобы найти поломку. Цепляем машинку и поднимаем кузов вверх. Как же интересно! Что-то новенькое. Какая же интересная конструкция. Сейчас рассмотрим поближе. Снимаем колеса. Вот оно что! Это электродвигатели, которые заставляют колеса крутиться. И работают они от электричества. А где же они берут электричество? Оно поступает из этого устройства, которое состоит из батареек. Посмотри, две батарейки совсем испорчены. Их нужно заменить. Для этого удаляем испорченные и заменяем новыми. Ух ты, как интересно! Такой автомобильчик я никогда еще не видел. У него вместо двигателя стоят батарейки. И такой автомобиль называется электромобилем. А теперь нужно собрать машинку обратно. Устанавливаем батарею, затем электродвигатели. Дальше колеса и сам кузов. Ну вот и все готово. Нет, погоди, малышуля. Батареи еще нужно заправить. Для этого под капотом есть разъем, в котором зарядное устройство. Ух ты, как быстро заряжается! Все готово! Автомобильчик в полном порядке! Хотя для доктор-механики это было что-то новенькое, но она справилась на отлично! До новых встреч, ребята! Если понравились наши мультики, подписывайтесь на наш канал.